Так, ну чё, сейчас будем проходить этого дракона в ледяной. Короче, пробуем полностью бесплатная, да? Колода. Ничего тут крафтить не надо. Рывок. Да, все, видите, все базовые карты, нигде даже этой пупочки нету. Бесплатно. Синдрагоса, мое сильнейшее творение. Не трогать, она моя. Такие идиотские на самом деле диалоги. Что она тут делает? Когда у вас остается 20 единиц здоровья, превращает всех существ противника в глыбы льва. 20 единиц здоровья. Посмотрим. Попробуем бесплатный. Потом, конечно, сейчас немножко поболе будет, и тогда что-нибудь поменяю. Ну, надо сначала посмотреть, что она умеет. И Синдрагоса! Победа или смерть? Что-то тяжко. Глупцы, зачем вы сюда явились? Что-то очень тяжелые карты в начале. Палить нечем. Ну, давай пока стаканем. Дело сделано. Ты сейчас думаешь, как тебе избавиться от ледяных глыб? Никак. Очень смешно. Все. Можно дальше играть, не? Ну да, не видишь, неубиваемые. Что у нее там? Когда у вас остается 20 единиц здоровья, у нас, у меня или у нее? Надо посмотреть. Ну, не знаю. Будем пытаться. Что-то я пока там рывком. 4 плюс это. Угу. 3-6. Уничтожалки нету. Типа пробейся через эту херню, да? 4 урона, 3 урона. 3 урона, 3 плюс 3. Да, пока что можно оставить 3 плюс 3. Нахер ты сдался со своими 3 плюс 3? Выбирай жертв мудро. Ледяная хватка смерти ждет всех. В заклинании или сила героя? Слизнюка надо оставить, он не просто так тут. 4, 5, 6, одного урона не хватает. Есть, так, это 4 урона, да? А можно сделать 3, 4, 5, 6, 7. Просто посмотреть, что она там превратит, в кого, чего. Блин, она мне все, наверное, все в глыбы превратит, да? Я посмотрю. Я просто не в курсе, как она вообще... Что тут вообще будет сейчас? Тебе больше не за кем прятаться. Золотая глыба. И все? Вот оно что. И все. Я не могу. Я не могу это сделать. Че? Че, правда?
Вот это жесть. Блин, вот это жесть. Золотая глыба тоже тем. Жесть. Да. Еще ж разбирать надо существ. Хорош! И Синдрагоса! Победа или смерть? Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ладно, будем выставлять тогда 3-2-3-2. Потихоньку. А чё он не сказал, дело сделано? Блин, монетка, о, сволочь. А, ну да, против заклинания, да. Блин, конечно, глыбы льда, это да. У меня всего получается 3 слота. Да, это тяжело на самом деле. Ну, со слотами напряженка. Вообще тяжело. Тут надо не спешить, совсем-совсем не спешить. Рывок пока не нужен, пока. Там задача как можно больше нахренячить. Потихонечку будем ее долбать. Потом оставляем какую-нибудь маленькую дрянь. Да, видишь, 3-3, 2-3. Какого хрена тут вот эта фигня делает? 3-2-6, а с рывком он целиковый, да, останется. Нужно его... Можно этих двух убить? А, блин, 5. Угу. От сволочь. Не хватает. 3 урона надо где-то достать. Пять, два. Да. Чтобы не похлудишь. Я и лицо могу, конечно, поломать, в принципе, на следующий. Блин, тут 3-6. Просто выставить. Я просто не в курсе, что там. Зачем тут этот чувак? Что он делает? Выхожу на задание. Угу. Да. Его просто можно одеть. Вот он у меня есть. Здравствуйте. Лохтар Огар. Агар или не агар? Это все равно в меня ударит. Он сейчас еще раз меня ударит, но у меня-то есть... Блин. У меня-то есть щит. Казнь пришла. То есть я вот так убиваю. А, казнь, она же с неполным здоровьем, вот блин. Ну вот, как раз у меня рывок тут есть. Да. Так. Она же своего не убьет.
Интересно, она полечится? Что тут дальше? Когда у вас остается возмутительно. Возмутительно, понятно. Когда у вас остается 10 единиц здоровья, превращает всех существ противников в глыбы льда. А, то еще на десятке будет такая фигня, да? 4-2, кстати, можно просто грохнуть. 2-5 выставить. Казнь не трогать, казнь сейчас понадобится. За честь! Казнь сейчас очень понадобится. Ваша жалкая магия предала вас! Че наорет? Страдай! Че? 3 единицы урона герою. А, 2 раза, да, походила? А у меня только казнь, все. Угу. А хера вот этот слизнюк тут делает? Что у него такого есть? Ладно, посмотрим. Я мог походить, да я могу и следующий ход походить. Но вроде там не должна просто так убивать. Ладно, посмотрим. Я ж не знаю, что у нее за карта еще. Ну, это что такое? Угу. Драконы, да? Да, она дракон. Она сама дракониха. Три единицы урона герою противника. Да. Мне бы, конечно, убить бы 5-6. А, казнь есть. Вот это, кстати, интересно. Так, сейчас приду. Так, вернулся. Короче, идея какая? Какая? Блин. Хорошая была идея, но она просралась. Если я сейчас ее ударю... А, не, нормальная идея. Я же вот этого... У нее же, видишь, 13. То есть осталось 3. В принципе, я могу, но тогда у меня будет места не будет. Поэтому я пока не буду выпендриваться. Плюс мне нужен... Я казнь не могу использовать на существо с неполным здоровьем. Вот, я сейчас слева тут еще поставлю одну. И вот так сделаю. А потом мы этими шестерками попытаемся что-нибудь придумать. Угу. Моя работа крайне важна. Блин, сейчас будет по лицу бить. Очень больно будет бить по лицу. Голем пошел. Так, я никого не убиваю, суки. Короче, все, я продул. 6, 12. Не. А тут 6 плюс 3. Да. Не законтролил. Ну тут очень тяжело думать на самом деле. Вот с этими. Слишком место надо экономить. Можно было одно место, кстати, просрать. Ну, в принципе. Заходы немножко странные. Казнью можно 6-5 нагрохнуть. Мне нужно урон уменьшать. То есть можно 5-6 сейчас грохнуть. Вот. Да. И 6-5. Ну, там будет случайный дракон. Ну, как бы... Зато... В принципе, умрет. Блин. 5-3. Не, надо вот так делать. Если я сейчас ее заморожу, она превратит в глыбу это говно. 3 единицы героя противника. 5, 6, 7, 8. Ну, понадеемся. Посмотрим, что сейчас там будет. Она будет по лицу постоянно. Дыхание, блин, ну вот. 4, понятно. Дыхание дракона. Ну что, давайте еще раз. Бесплатная колода. Пытаемся, блин, почти выиграл бесплатной колодой.
Че, я не нажал, что ли? Че тупит? Тупит. Ту-ту-ру-ру. Делаем шины. Шины, читай, шины. Покрышки делаем. Че он в максималках? И Синдрагоса. Давай, как. Вначале, кстати, заход был ужасный. Вот это все надо менять. Хотя пятерка может вообще не выпасть. Зачем вы сюда явились? На пятом ходу. Она может вообще не выпасть, эта пятерка. А, мне, да. Да, он 2-3 нормально. Нормальненько, давай. Угу. Опа. Так и не понял, зачем тут слизнюк. Такое ощущение, что слизнюк тут чисто это 3-2. То есть, опа. А, ну 3-2, 2-3, да. Блин, на первый ход такая хрень. Контра, блин, у нее, кстати, что? Жрец. Жри, жрец. Ну, конечно, это самый лучший ход. Тоже, кстати, неплохой ход. Блин. Две карты просирает пока что. Ага. Представляешь, если чисто на заклинаниях все сделать? Сейчас бы меня она убила бы с первого хода. Нет, тут спешить нельзя, говорят, очень. Вообще никак. Пусть она там что-нибудь выставит, да, вот такую херню. Единственный косяк, что я ударить ничем. А, смогу, да? Я смогу пятеркой ударить. Видишь, хорошо, что я оставил товарища пятерочку. Вот. Уже не возмущается. Первый раз возмущался. Все. Блин, 2-6 опять. Опять все одно и то же. Ваш герой получает 4 к атаке до конца хода. Это очень классная шняга. Особенно сейчас. 4 к атаке, это 9. Там можно по факту убить кого-нибудь. Но мы, наверное... Да, блин. Я казнь не смогу использовать. Давай тогда эти две поставим тут. Настакаем себе жизни. Выхожу на задор. Вот, видишь, мне казнь нужна будет сейчас. Уже не нужна, он уже сам все сделал за меня. То есть я рывком сейчас 3-3 убиваю. 3-2-5-6 с казнью. Слабенько. Очень-очень слабенько. 5-6, кстати, на 3-2, да, может кинуться. 3, да, 4-3. Жизни мало. 4 остается удар героя. Блин, придется, наверное, казнь использовать. Не, можно забить хрен. Там же 10, да? Ну да. Я не знаю, как он себя поведет на забивание хрена. Можно рывок оставить. А потом... А, рывок у меня... Смысла в нем нет. Я казнь тогда не смогу использовать. Если он 3-2 через 5-6, тогда я потом ее грохну. Да, пока настакиваем, не спеша. Не, надо было все-таки, наверное, пробить один раз. О, 6-7. Наш любимый 6-7. О, секира. О, 6-7. О, секира. Так, 6-7 мы можем убить. Это у нас 4 остается, да, удар героя.
Да, 5-3 потом пойдет в расход. Больше рывков нету? Не, нету. Можно просто сейчас ударить, а потом уже играть дальше. Как будто ничего и не было. О, сила героя наносит 2 единицы урона. Это очень плохо. Это очень плохо. Шесть, шесть, семь, пять, три. Она может не поставить. Ладно. Давайте жилечка поставим, посмотрим, что из этого выйдет. Так, 5-3 маны. За 3 маны не должно быть. Все отлично. Отлично. Все очень даже неплохо. У нас еще, кстати, рывок есть. Вот. Бесплатная колода. Практически. Даже не, ну, платная тем, что надо хотя бы... Вся колода должна быть уничтожена. Все. Это... Единственный вариант, это надо хоть героям немножко поиграть, чтобы получить базовые карты. Опять пак дают. Комплект карт. У меня было 9. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость? Этого не будет. Чё так хрипишь? Принц Артас. Он, наверное, там что-нибудь будет помогать, нет? Так, ладно.